Всем привет! Это канал I Like Pet. И в сегодняшнем ролике мы расскажем о плюсах кормления собаки натуральным кормом. Перед каждым, кто решил завести четвероногого друга, рано или поздно встает вопрос, чем лучше кормить собаку – сухим кормом или натуральной едой? У каждого типа питания есть свои плюсы и минусы, которые могут сыграть решающую роль в выборе рациона для любимца. Одним из главных плюсов натурального кормления является возможность самостоятельно подбирать качественные продукты для приготовления пищи вашему питомцу. Вы самостоятельно выбираете и покупаете продукты для собаки, видя их свежесть и качество. А выращивая овощи самостоятельно, вы точно будете уверены, что продукты не содержат химических добавок. Все поступающие в пищу белки и клетчатка натуральны и легче усваиваются организмом. Это благоприятно сказывается на желудке и кишечнике. Благодаря возможности сочетания твердых и мягких блюд сохраняется здоровье зубов. Твердые частицы предупреждают образование кариеса, а мягкие бережно воздействуют на десны. Простоты рекомендованного меню, стоимость еды для представителей крупных пород оказывается меньше сухого корма. При заболеваниях рацион легче скорректировать, так как большинство лечебных диет включают обычные продукты, а появление аллергической реакции на какой-либо компонент позволяет с легкостью заменить его на гипоаллергенный аналог. Большинство собак с удовольствием питаются натуральной мясной пищей, без дополнительных хитростей и уговоров. Иногда это единственный способ накормить привередливого или больного питомца, а к сухому корму питомца еще придется приучить. Ежедневное стабильное насыщение устраняет у собаки чувство тревоги, успокаивает нервную систему и создает ощущение безопасности и комфорта. А это, в свою очередь, приносит радость и ее владельцу, который также заботится и об эмоциональном состоянии своего любимца. Выбирать, чем кормить любимца, только хозяину. Если подойти к ежедневному рациону собаки ответственно и хорошо изучить особенности каждого вида питания, любой из вариантов будет хорош. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.